Дядя Максим, а почему тетя Ира с нами не поехала? Ну, понимаешь, она себя плохо чувствует. Решила дома остаться. Клюет, у меня клюет! Подсекай скорей! Ай-яй-яй. Ну вот, сожрали червяка. Не успела его спасти. Ну ничего, посмотри. Тут в банке такой жирный есть. Вот его и насади. Мне его жалко. Он как человек. Как кто? Он большой и не похож на обычного червяка. Он уже вырос. У него уже душа большая стала. Я его лучше отпущу. Катенька, это ваше воспитание? Нет, это у него от природы. Ну что, рыбы на уху не наловили, рыбаки? Так что подкрепляйтесь бутербродами. Ну что, пойдем? Пошли. Ну-ка, ну-ка. Куда? А руки мыть кто будет? Лей-лей, не жалей. Давай теперь мне. Давай-давай. Лей-лей, не жалей. Ау! Смотри! Не догонишь, не догонишь! Спорим, а ну стой, иди сюда, маленький негодяй! Не догонишь! Стой, сказал, куда побежал! Иди сюда, сюда сказал! Как там твоя рыбка? Жива еще? Я куплю ей аквариум. Да, дядя, да, дядя Максим, ты дашь мне денег? Придется. Это ж я тебя на рыбалку вытащил. И вообще, я считаю, нам нужно чаще всем собираться. Да, Илюш? Я пока положу ее в банку. Хорошо? Давай, давай. Вы доставили ребенку очень много радости. И себе тоже. Привет. Как дела? Как самочувствие? Прекрасно. Погуляли? Погуляли. Она пока поживет в банке. Я ей крошек накидал. Илья, у меня с твоим дядей сейчас будет очень серьезный разговор. Иди к себе. Почему? Иди, я сказала. Пойдем, Илья. Катя, останьтесь. Ирина, что случилось? У меня уже давно возникли подозрения по поводу нашей с тобой няни. Ты про Катю? Именно эту особу я имею в виду. Объясни, что ты хочешь сказать? У меня пропали сережки некоторое время назад. Я тебе об этом говорила. Ты сказал, чтобы я их поискала? Так вот, я их поискала. Воспользовавшись тем, что вы развлекаетесь, я, прошу прощения, зашла к ней в комнату. Ты что, рылась в ее вещах? Как ты могла? Легко. Я не такая щепетильная, как ты. Тем более, что я их нашла. Это неправда. Этого не может быть. И это еще не все. Я обнаружила, что она шпионит. У нее блокноты, в которых она записывает все, что услышала или увидела у нас. Это очень может пригодиться твоим конкурентам, Максимчик. Короче говоря, ей больше нечего здесь делать. А ты не выдумываешь? Катя, почему вы молчите? Это неправда! Катя не могла ничего взять, не могла! Я знаю, она книгу пишет, вы ничего не понимаете! Илья, Илья, я тебя прошу, успокойся, иди к себе в комнату, не надо тебе это слушать. Я тебя ненавижу! Я тебя прошу, иди. А что она может сказать? На, не веришь, читай. Катя, что это?
и требую объяснений. Молчите. Значит, все это правда? Катя, скажи им, скажи им, скажи им! Это неправда, это неправда! Илья, это успокойся, неправда! Успокойся, Илья, неправда! Я прошу тебя, успокойся! Я считаю, с этой минуты вам не место в нашем доме. Что? Вы уволены. Нет, это неправда все! А вот это уже лишнее. Илюша, иди сюда. А вы собирайте свои вещи. Отпусти меня! Довольно. Ты злой, ты нехороший. Ты все нам наврал, что ты добрый. Вот твоя паршивая, гнусная рыбка. Не надо мне ее. Илюша! Ну что, прощения у меня просить будешь? Не видит он меня, видите ли. Я тебе вместо матери. А какую благодарность я тебя вижу? Ты мне не мама! Уходи из моей комнаты! Я не хочу тебя видеть! Ах, вот как ты заговорил. Ну ничего, с сегодняшнего дня я займусь твоим воспитанием. И больше никаких нянь. Ты! Я тебя ненавижу! Лучше уходи к своему Олегу! Что? Что ты сказал? Пусть Катя вернется, а ты уходи! Илья скажу дяде про то, как ты с Олегом целовалась! Отпусти меня! Отпусти меня! Не трогай меня! Отпусти меня! Ненавижу вас всех! Как ты смеешь? Илья, ну ты что, с ума сошла? Иди сюда, сказал! Успокойся! Отпусти, говорю! Не трогай! Отпусти! Мамочка! Мамочка! Совсем с катушек съехала. Успокойся, сядь на стул. Сядь, сказал. Ты можешь успокоиться и просто поговорить со мной? Убери руки! Убери руки свои! Отлично. Давай разведемся. У меня есть хорошее предложение про раздел имущества. Успокойся! Ну что ты на меня так смотришь? Успокойся, сказал. Не нравится тебе это? Нет. Мальчишку ты можешь оставить себе, а мне? Мне все остальное. Ну, что ты молчишь, я не понимаю. Мне все остальное, в том числе и акции. Впрочем, я могу их продать тебе. Или каким-то другим заинтересованным лицам. Ну, ну, как тебе? Нравится? Успокойся, сказал. Ну, ну скажи что-нибудь, ну. Ну скажи что-нибудь. Ирочка. Тебя заносит. Давай успокоимся и просто поговорим, ладно? Нет. Хватит. Хватит. Мы уже обо всем поговорили. Поговорили. Ира, иди сюда. Черт.
Привет, любимый. Привет, дорогая. Ты буквально читаешь мои мысли. Я только что собиралась тебе звонить. Что хотела? Я хотела с тобой увидеться. Увидеться? Что-то случилось? У меня к тебе очень серьезный разговор. Приезжай ко мне на дачу, я буду там тебя ждать. Да? А как же Макс? Максим? Нет, он не приедет, мы с ним… В общем, это не важно, приезжай, я тебя буду ждать. Илья, позвони дяде. Никогда. Он же беспокоится. Тебе его жалко. Он ведь обидел тебя. Сейчас-то уже не важно. Пожалуйста, позвони. Ради меня. Да. Это я. Илюша, ты где? У Кати. А как ты там оказался? Ты почему сбежал? Ты что, с ума сошел? Я уже всех твоих приятелей обзвонил. Собирался в милицию звонить. Не кричи на меня. Сначала тетка орет, потом ты. Я вам игрушка для бокса. Я ребенок. Ладно, Илюшенька, прости. Просто я весь на нервах. На нервах весь. Слушай, завтра мы должны документы подписывать об усыновлении. С Ириной нужно помириться, ладно? Никогда. Что? Она же не любит нас. Ни тебя, ни меня. Да ты… Да чего ты взял? Что ты выдумываешь такое? Ты где ты находишься? Позови Катю к телефону. Илюша! Черт, черт, черт! Это все? Да. Хорошо. Мы теперь в расчете. Ты звал меня к себе, я согласна. А я теперь передумал. Ты мне больше не нужна. Как не нужна? Ты что, хочешь сказать, что все слова любви – это что? Это вранье? Тебе была нужна не я, акции. Не совсем так. Сначала я хотел тебя, потом в голову мне пришла более выгодная мысль. Ты возил меня по казино, ты развлекался, ты вогнал меня в долги. А теперь Максим предупреждал меня. Я тебя тоже предупреждал. К черту все. Я сейчас же поеду к Максиму и расскажу ему про кредит. Он же меня не убьет. Про любовника тоже расскажешь? А я расскажу. Да чтоб тебя уничтожить, я на все пойду. Сядь. Не мельтеши. Ну что, позеленело? Мы теперь с тобой в одной упряжке. Так что лучше сидеть тебе по-тихому. Ты, девочка видная, как-нибудь пристроишься. А пока помалкивай, потому что у твоего муженька скоро ни хрена не останется. Твои акции плюс мои и контрольный пакет у меня. Какой контрольный пакет? У тебя же
Даже с моими акциями всего лишь навсего 50%. А, молодец, молодец. Ты всегда считать умела. Но только ты не знаешь, что твоему любимому Максу пришлось продать 10%. Это я ему посоветовал. А ему невдомек, что купил их я. Так что получается, милая, что контрольный пакет у меня. Одеваться тебе некуда. Ах ты урод! Ира. О, черт. Алло, привет, это я. Слушай, Ирина куда-то пропала. Не могу дозвониться, трубка не берет. Не знаешь, где она, а? У меня нервы на взводе. Ну ты не переживай. Может быть, она у подруги? Да я обзвонил уже всех. А может быть, она поехала на дачу? Ну, захотела после ссоры побыть одна. Ты где сейчас? Да я еду как раз туда, минут через 10. А я пока по клубам проеду. Может быть, она с кем-нибудь зависла? Все, пока. Все, давай. Илья, мы сейчас с тобой поедем домой. Я тебя отвезу. И сама на несколько дней останусь. Ты возвращаешься? Дяди Максима какое-то время не будет. Мы поживем одни. Одни? Без дяди Максима? Угу. А тетки тоже не будет? Она ушла от дяди Максима? Наконец-то! Она умерла. Умерла. Так ей надо. Нельзя так говорить о людях, даже если они были нехорошие. Ладно, говорить не буду. Она вправду была нехорошая. Она дядю Максима обманывала. Один раз, когда пришел этот мерзкий Олег, я видел, как они целовались. Что? Ира целовалась с Олегом? Угу. Скажи мне, когда? Не помню, не так давно. Ты мне не веришь? Я ей сказала об этом, когда она тебя прогнала. Она меня чуть не прибила. Я тебе верю. Просто я думаю. Еще раз повторяю. Ирина была мертва. Мертва, понимаете? Дверь была приоткрыта, я зашел и обнаружил ее лежащей на полу. Она не подавала никаких признаков жизни. Я в этом убедился и позвонил в милицию, вот и все. Можно сигарету? Ну что? Значит так, мы обыскали весь дом, ничего серьезного. А вот в машине убитой мы обнаружили долговые расписки. Кто сколько ей занимал. Да, кстати, кредитный договор на имя Дремовой Ирины Владимировны. Это уже кое-что. Значит, ваша жена влезла в долги.
Что за кредитный договор? Объясните. Я не знаю ни про какие долги, ни про какой кредит. Вот то, что моя жена много денег в казино спускала, это факт. Видимо, эта страсть была сильнее ее. Как ее? Игромания, что ли, какая-то. Да и пила она много в последнее время. Я же и раньше ни в чем не отказывал. Деньги давал. Шмотки покупал дорогие. Шубы. Машину купил. Ну, а потом ее запросы стали, ну, просто выше крыши. Но я решил как-то на какое-то время кислород перекрыть. Думал, может, поможет. Значит, проигрывало много. Вы это скрипели. Понятно, сколько можно пахать, как каторжному. Ну, толкнули в состояние эффекта. Бац. Налицо непреднамеренное. Много не дадут. Что вы все перекручиваете? Не убивал я ее, не убивал. Тише. Не убивал. Тише, тише. А где вы работаете? Чем занимаетесь? Бизнес у меня свой. Олег Борисович? М? Вам человек из прокуратуры пришел. Хочет с вами поговорить. Да, конечно, пусть заходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Обывалов. Можно задать вам несколько вопросов? Прошу. А в чем, собственно говоря, дело? Скажите, вы хорошо знаете Дремова Максима Александровича? Да, конечно, это мой босс. Угу. А что-то случилось? Максим Александрович задержан по подозрению в убийстве. В убийстве? Угу. Да вы что? Вчера вечером на даче Дремова было обнаружено тело Дремовой Ирины Владимировны. О, черт. Скажите, а вы хорошо знали покойную Ирину Владимировну? Мы с Максимом не только партнеры, но еще и друзья. Угу. Ну, вернее, наоборот. Сначала мы были друзьями, а потом стали партнерами. Конечно, с Ириной мы были в дружеских отношениях. А какие отношения были между супругами? Хорошие. Но в последнее время, конечно, некоторая напряженка была. Да? Какая, в чем она проявлялась? Максим с Ириной воспитывают племянника. Максим хотел его усыновить, а Ирина была не расположена к ребенку. И потом, ну, теперь я понимаю. Теперь понятно. Что понятно? Ирина немного перебирала. Жаловалась, что муж не дает ей денег. Но теперь я понимаю, что это долги. И про усыновление она тоже говорила. По показаниям Максима Александровича, вы держите 30% акций. К чему этот вопрос? Я просто хочу уяснить момент. А что, вас что-то смущает? Ну, нет. Вы, по-моему, и так все знаете. 30% у меня, 50% у Максима и 20% акций у Ирины. Значит, Дремов с женой держат контрольный пакет акций? Совершенно верно. Наверное, вы знаете, что недавно он продал 10% акций. Да, я предполагал, что именно так он и сделает. Это был выход. Выход из чего? Ну, у нас возникли проблемы. Наша рекламная служба разместила в газете статью, в которой была конфиденциальная информация о строительной компании «Стор». Естественно, подписание контракта было сорвано. Поэтому Максиму пришлось продать часть наших акций. А виновника нашли? Конечно. Была уволена начальница рекламного отдела. Ну что ж, спасибо, Олег Борисович. Спасибо, что нашли время поговорить. Да. Последний вопрос. Вам ничего не известно о любовных связях Ирины Владимировны? Нет, ничего не известно. Они были хорошей парой. Хм.
Но вы же сами говорили о сложности их взаимоотношений. Но, по-моему, семейная жизнь не бывает без сложностей. Мне так кажется. Да, конечно. Всего доброго. До свидания. Вы дали один текст, а в газете напечатали другой? Да, причем этот текст был отправлен с моего компьютера, понимаете? А почему вы Дремову не сказали о том, что произошло? Дремов человек очень вспыльчивый. Он меня даже слушать не захотел. Сказал, чтобы Олег Борисович разобрался в этом деле. Ну и? Олег Борисович меня выслушал, а после нашего разговора сказал, чтобы я рот не открывала, и что я своими домыслами только масло в огонь подолью, и припугнул меня неустойкой. Я женщина порядочная, что мне оставалось делать? Так, все понятно. Спасибо, вы свободны. Зато в первой дочери она души не чаяла, хоть и была девочка грубая, уродливая и ленивая. Недаром ее люди так прозвали – ленивица. В маленьком домике под соломенной крышей был плотник Яган со своей дочкой. Жена его умерла, и Яган долго печалился о ней и не мог утешиться. Но время шло, решил Яган жениться на своей соседке. Тем более была у нее дочка, таких лет, как его собственная дочурка. Дядя Максим вернулся. Надеюсь, это он. Посиди, я пойду открою. Угу. Дядя Максим, это вы? О, здорово, Илюха. Здравствуйте, Катя. Я пойду в свою комнату. Конечно. Иди, порисуй пока. Сильно переживает. Я, собственно говоря, на пару минут узнать, как у вас дела. Может, что-то нужно? Нет, спасибо. Мы справляемся с Ильей. Надеюсь, Максим скоро будет дома. У меня следователь был. Ну... Разные вопросы задавал. Вы знаете, мне кажется, у них там уже все решено. Да. Сильно он влип, ничего не скажешь. Максим не виноват. Я больше чем уверен, он не мог этого сделать. Извините, мне надо... Чужая душа. Потемки, Катенька. Кто знает... Что у них там произошло? Ну ладно, я пойду. Если что-то нужно, ну там денег или еще чего-нибудь, звоните, не стесняйтесь. Спасибо. Угу. А где же ваша замечательная Фенечка? Фенечка? Угу. А? Разорвалась. А до мастерской, знаете ли, дойти нет времени. Вот так. Олег, а вы сказали следователю, что были любовником Ирины? Что за бред вы несете, Катенька? Почему бред? Потому что бред. Потому что вы в этом доме без году неделя. А я знаю Максима уже больше 10 лет. Неужели вы думаете, что я не в состоянии найти себе другую женщину? Одно другому не мешает. Можно иметь женщину и параллельно спать с женой друга. Я же не просто так говорю. Или я видел, как с Ириной целовались?
смешно. И вы поверили ребенку? Они с Ириной не ладили. Поссорились. Вот он и наплел. Не весь что. Понимаете? Вы же умная женщина, Катенька. Вы, ей-богу, меня удивляете. Пока. Дремов. Пока вы свободны. Но из города прошу никуда не уезжать. Да я вроде и не собирался. Вот хорошо. Я вот что подумал, Дремов. Неужели фамилия определяет некоторые черты характера? Простите, я не понимаю, что вы имеете в виду? Продремали вы свою жену, Максим Александрович. Я не знаю, как насчет бизнеса. Вы что же, уже знаете убийцу моей жены? Есть подозрение. Идет следствие. Идемте, я вас провожу. Спасибо, друг. Давай. Катя! Илья, мне нужно съездить к вам на дачу. Никуда из дома не уходи. Скоро буду. Катя.
ты что здесь делаешь? Извините, мне некогда. Илья один дома, проснется, испугается, что меня нет. Так надо дома сидеть, а не шляться по ночам. Ты что-то знаешь. Я же говорил, что ты умная. Ты нашла его? Конечно. Ты знала, что надо искать, в отличие от ментов. Ты нашла его, говори. Ты нашла его, дай сюда. А ну стой! Стой! Стой, я сказал! Иди сюда! Вставай, я сказал! Иди сюда! Иди сюда! Вставай! Ну, здравствуй, Олежа. Ну что, не ожидал такого поворота? Ну, ладно. А ты думал, тебе это с рук сойдет? Как ты меня достал, босс? А? Начальник! На! Теперь можешь попрощаться со своим бизнесом. Скоро он будет мой. Ага. Только сначала отсидишь за убийство и за попытку второго. С тобой все в порядке? Да. Ну, Макс. Смотри, что я нашла в доме. Ты молодец. Спасибо, что подвезли. Это вам спасибо. Вы же рисковали собой. Я не знала, что вас отпустили. Катя, вы вернетесь? Нет. Вы же меня уволили. Прости меня, Катя. Уже простила. Всего вам доброго. Постой, постой! Катя! Катенька, откройте дверь! Катенька, я прошу вас, откройте дверь, мне нужно поговорить. Да откройте вы эту чертову дверь! Я люблю вас, Катя. Thank you.
Ну что, уроки сделал? Да. Не надо проверять? Не надо. Точно? Точно. А что ты читаешь? Ты взял мою книгу, да? Да, интересная книга. Где взял? Это Катя написала эту книгу. Я ее в книжном магазине на углу купил, а ты мне не верил. Ну я же извинился. Дай-ка сюда. Специально для тебя заложил. Вот здесь, слушай. Хозяин был очень обаятельным человеком. Он мог быть несдержанным, резким, но как только он улыбался, мы прощали ему все. Это про тебя. Знаешь, дядя Максим, я соскучился без Кати. Почему она не приезжает? Наверное, не простила меня за то, что я ей не поверил. Как ты можешь знать, если не спросишь? Столько времени прошло. Здравая мысль для третьеклассника. Давай съедем к ней на выходные. Слушай, твоя мысль мне нравится. Только зачем ждать? Поехали прямо сейчас. Поехали. Yeah.